Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередная партия распаковки посылок. У нас их сегодня две штучки, таких вот небольших. Что там, не знаю, не смотрел, не проверял. Сейчас мы их вместе с вами раскроем и посмотрим, что же там у нас внутри может быть. Открываем первую посылочку. Так, не открыли. Так, что же тут у нас тут такое? Так, тут у нас какой-то такой вот мешочек. Опача. Так, у нас тут украшение. Так, ну что ж, откроем и посмотрим. Посмотрим мы. Так, что же могу сказать? Написано Made in Bluecom. Что оно такое? Не знаю. Вот такая вот брошечка. В виде швейной машинки. Так, вот такая вот тут застежечка. Вот так вот это все дело. Довольно-таки все симпатично. Видите сами. Вот такие вот камушки по бокам. Тут по бокам камушки. Ну вот такая. Так как у меня супруга любит вышивать, шить, такую я и заказал брошечку. Так, посмотрим вторую брошечку. Вторая брошечка такая побольше. Так, вот такая вот брошка. Такая вот огромная. Сейчас мы ее откроем. Снимем. Тоже написано Made in Bluecom. Фирма какая-то такая вот. Так, что у нас можно устроить по внутренней стороне? По внутренней стороне у нас так вроде бы все качественно и красивенько сделано. И вот такая вот сама брошка. Так, возьмем их для сравнения две штучки вместе. Вот вы все видите на экране. Так, подарочек нам положили вот такой вот мешочек. Обычный мешочек на шнурочках. Так вот, стянулся и все. Так, ну пока это отложим. И смотрим следующую нашу посылочку. Что же здесь? А здесь, походу, еще одна брошь. Я их заказывал три штучки. Вот они мне все три пришли. Вроде бы заказывал у разных продавцов. Оно, походу, пришло. Тоже такой же, вот такой же самый мешочек. И сама брошь такая вот. Красотень. Тоже Bluecom. Так, вот так вот у нас это все дело снимается. Так, защелочка все целенькая. Изнутри. Вот так вот. И снаружи. Вот так вот. Тут такие вот камешки, всякие стразики. На вид довольно-таки качественно сделано, красивенько. Переливается. Сами видите, как все красивенько. Вот такая вот у нас сегодня прекрасная распаковочка. С сайта AliExpress. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, будет еще более много чего интересненького, красивенького. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока. Ссылка, кстати, на эти брошки будет ссылочка под видео. Можете посмотреть, увидеть там ценник. Ценник у них-то меняется. Так что
пользуйтесь всяким приложением, которые там показывают скидки. Ну, все. Всем пока. До новых встреч.